приехал, он ее поймал, приехал и сказал, что, скорее всего, что облили кислотой. Катастрофа. И обжег ее всю эту часть, потому что вот эта вся часть у нас уже покрылась большой коркой, которая будет отторгаться, и собака испытывает ужасную боль. Мы готовы, мы боремся всегда, мы всегда даем шанс животным, и они в этом, они знают, они чувствуют, что мы им поможем, и мы вместе это сделаем, и потом мы будем гордиться тем, что мы все-таки могли переплюнуть тех людей, которые сделали ей плохо, и сделаем ей хорошо в два раза.